Ее красота стала мишенью малодушия и трусости близких. Я чабан. Я бы уж не упустил ее. А вы эту девушку больше не видели? Я о ней узнал такое, что весь мир перевернулся в моих глазах. Смотрите, вот она. Опять с непокрытой головой бесстыжесть. Да, где красота, там и самота. В мое время девушки так на мужчин не смотрели. Подсудимый Шенгелбаев, вы признаете себя виновным? Нет. Она добровольно со мной поехала. Врёшь! Как тебе не стыдно? О, суженая, а наше счастье погубило. Не пропустите кинодраму «Чинара на скале». По мотивам романа Мухтара Ауэзова «Племя молодое». Смотрите на телеканале «Ель-Арна».